Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукманго. Ну что ж, ветчина, хлеб столовый с горчицей. Нет, с хреном. Ой, с хреном. С хреном, с горчицей. Нет. Кетчуп, хрен. Ну какая разница-то, господи. Большая. И сыр. Прям всем приятного аппетита, кто ужинает. Вкуснотища. Да, какой еще машину не читал-то? Так, а что читал? Так, ЗИЛ. Вот это я не буду. Так. Вот, про это. Прочитаю про ЗИЛ 4329 модель. Надеюсь, будет интересно. Угу.
Это у нас семейная. Не знаю, у меня такого нет. Так будет. Нет. Не вечер, как говорится. Уже не ночь. Еще не ночь, точнее. Значит, прочитаю про автомобиль после того, как поем. Венчинка просто тает. Сочная ветчина прямо. Thank you.
Вкусный чай. Грин только за несколько лет пьем. Не первый год. Мы к этому вкусу уже привыкли. Где? Вот это не знаю. Не знаю. Не написано? Ну, да. Это ужас какой-то. Это кошмар. Стала была и красивая девочка, стала Баба-Яга. Угу. А это что такое? А? Это знакомое лицо. Это с этого. Юлия Волкова. Ваша. Это. Певичка. Ну, певица, да. Да, с этим такой. Там. Нас не догонит. Сейчас она депутат. Нас не догонит. Депутат она. Нас не догонит песня. Да. Люди, по-моему, над собой издеваются, честно слово. Захарова какая-то была, какая есть.
А это кто? Это Мадонна, что ли? Угу. Да, ведущая. Спокойной ночи, малышей. Трудно узнать. Да, конечно. А это, которая играет бойца. Да, да. Женщина-боец там или как-то. Угу. Да. Это ужас. Это ужас. Сталлоне. Сталлоне жила? Жена, что ли? Это мама. А, мама? Да. Ага. Тоже какой-то кошмар. Да. Не говори. А мне хирург был как у красивый мужчина, а теперь какой? После пластических операций. Людям девать деньги некуда. Трамвайки наши. Они решили себя уродовать. То, что было, как сейчас, да? Да, было, что было и что стало. Угу. Ну, дома-то оставлены, только их перекрасили там или как-то. Угу. Да. Отреставрировали. Конечно. Это после войны, наверное. Угу. Бомбежка. Угу. Нижнего этажа, по-моему, нет. Или есть? Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? А тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять. А где шестой?
Настроили, что ли? Москва. Пять. Москва. Три, четыре, а, пять. Тоже, да? Я неправильно посчитал. Это называется, найди 10 отличий, да? А какие отличия? Просто время другое. Раз. Во-вторых, дома все перекрашенные, отреставрированные. Переделанные, да. Переделанные, надстроенные. Там какая-то произошла, может быть, это наружная какая-то, может быть, реставрация или что-то. Или ремонт. Дома очень старые, поэтому вся Петроградка старые дома. А. Знаешь, да, ту башню-то. Где? Это? А, политеха. Угу. Гидробашня. Угу. Смотрите. Водонапорная. А что внутри там? Давай посмотрим, что внутри. Угу. Угу. Внутри тоже красиво. Да, винтовая лестница. Угу. Красота. Угу. Угу. Простенько, но красиво. Ну, там что-то переделывают. Угу. Тоже старинная, тоже эта башня старинная. Сам политех тоже. Конечно. Начало 20 века, наверное. Или конец 19-го. Вознесенский. Какой-то там. Был такой самый поэт Вознесенский. А другого Вознесенского не знаю. Отец или родственник. Основатель кафедры гидромашиностроения. Угу. Угу. Вот это на камере. Вот одна этой башни это. Угу. Поклеплена. Угу. Памятная доска. Угу. Да. Если вот так вот смотришь, что наш город такой красивый вообще. Угу. Там же старые здания, старинные здания есть. Угу. Угу. Петропавловка самого основания Петра Первого. Да. Петроградка, да. Петропавловка, не Петропавловка. А, Петропавловка, да. Ой. Наверное, уже наелся. Спасибо, мам, очень вкусно было. Ой. Здесь не есть. Положи на хлеб, что там остатки. Thank you.
Ну. Ты какой-то ужас. Уродина какая-то вообще. Нас так всегда изуродовали. Это ужас какой-то. И они считают, что это очень красиво. Чай. Угу. Да. Да, это Успенская. Угу. Тоже. Пласт операции Фёдорова. Угу. И какой-то кошмар. Грязных танцев. Да, да, грязные танцы. Я вспомнила ее, она молоденькая. Да кто-то мама. Да, да, я ее по лицу вспомнила. Патрика Суэйзи уже нет. Да. Да. Просто Мария. Чего? Помню. Да. А где она? Вот это? Да. Ну что, она ничего не делала. Да. Такая же красивая, как и в молодости. Да, 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 конечно. Очень красивая женщина. Виктория Руффо ее зовут. Угу. Я запомнил. Виктория или Виктория? Виктория Руффо. Виктория. Я запомнил. Победа. У нас пришла девочка. Кто же победа? По имени Виктория. А это кто? Не знаю. Это какой-то ужас. Мамам, да. Лёня Голубковым, да. Куплю жене сапоги. Ты его жена? Да нет, конечно. Ну и что? А она при чем? Я говорю, что актер-то Пермяков там снимался с этой. Ну? С Викторией Руффо. А-а-а. В рекламе МММ. А это кто? Не, я не знаю. Его дочь? Нет. Ты что, нет? Вообще другой человек. Она нисколько не изменилась. Такая была красавица, так и есть.
60 лет. Ей? Да. Ну, 60-летней звезде, просто Марии. Вкусно. Да, это лобода, это. А лепёшки какие-то. Лепёшки. А это кто? Киркоров. Что это у него? Взрыв на макаронной фабрике? Ой, вкуснотища. Ну что ж, прочитаю про грузовой автомобиль. Это надо отметить. Официант, 400 капель валерьянки и салат. ЗИЛ 4329, это среднетоннажный грузовой автомобиль, выпускавшийся заводом имени Лихачева в Москве. С 2003 по 2011 год. Двухосный капотный грузовик представлял собой укороченную версию массовой модели ЗИЛ-4331. Колесная база машины составляла 3,8 метра вместо 4,5 метра у исходного автомобиля. Машина предлагалась в двух вариантах: бортовой грузовик и шасси. Полная масса модель составляла 11 тонн, грузоподъемность 6 тонн. А ЗИЛ-4331 устанавливали 4-цилиндровый турбодизель D245 объемом 4,75 литра и мощностью 105-136 лошадиных сил в зависимости от исполнения и пятиступенчатую коробку передач. Небольшая часть машины оснащалась 8-цилиндровым дизелем ЗИЛ-0550 объемом 6,3 литра и мощностью 110 лошадиных сил. В 2010 году на базе этой модели делали прототип бескапотного грузовика с кабиной китайской фирмы Шаанхи, но в дальнейшем продолжения этот проект не получил. Вот такая вот история автомобиля ЗИЛ-4329. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Напился, наелся. Всё. Спасибо, мам. Накормила. Здоровья, счастья, удачи, всего самого хорошего. Берегите себя. Пока. И родных. Да, всех берегите. И здоровья вам. Да, животных тоже берегите. Все, пока.